Вроде как никого тут и нету, в принципе. Хотя, скорее всего, вот этой странной базе сейчас просто кто-то будет, мне кажется. Ай, господи, я понял то, что в Айрон нужно играть каждый день, иначе я теряю форму и играю как нуб. Хотя, в принципе, я и до этого не очень хорошо играл. В общем, это Эрия. Надеюсь, то, что вы поставили лайк и подписались на канал. Желаю приятного аппетита и просмотра, и я начинаю. Нет, ну в принципе, конечно, мы можем махнуть через поляну как-то, в темную долину. Не, ну идея, конечно, хорошая, потому что на свалке мы были, но вот проблема только в том, что в темной долине мы особо не были, и нам придется возвращаться все равно через поляну, но на кордон. Хотя, кто его знает, может быть, там будут какие-нибудь проводники, но это на самом деле очень маловероятно, и на это надеяться тоже не очень хорошо. Чисто, знаешь, для общего сведения, что ли, прогуляться до темной долины. Вообще, цель на серию не знаю какова, я вот честно, мне уже многие пишут, что я что-то не так уже делаю, типа, что прохождением немного тупливается, я не понял, что откуда радиация взялась. Да ёб твою мать, а. Радиация, мне вот тебя вообще не хватало. У меня, конечно, водка есть, по-моему, да, или что, вот у меня водяра имеется, но что-то как-то водку использовать я не очень хочу, хотя, подожди, что водка нам дает? Она же, по-моему, вроде как жажду не утоляет. При этом голод. Голод, насыщение плюс, жажда минус. Не, ну в принципе нормально. Я думаю, когда мы кое-что будем хотеть, я водочки попью. Господи, этот вертолет. Я честно даже серию не мог начать за него. Так вот, насчет наших заданий, наших задач. Пацаны, ну я изучаю мод. Я по факту говорю, что, наверное, первые серии 20 будут вообще бессмысленны и неинтересны многим. О! Ага, уйдет. Ко мне крадется, что ли? Не, вряд ли ко мне, конечно. Хотя, что-то крадется, прикинь. А я еще сохраниться не могу, кстати, если что, так что надо быть аккуратней. А куда ты идешь-то? Вот, поэтому комментики вы пишите, конечно, но не надо рассчитывать на то, что я тут буду сейчас мастером вот свой в паэре. Так, я не понял, что за мужик, конечно. Я пойду, наверное, к нему схожу, потому что что-то у меня такое подозрение, то, что это вообще не сталкер вовсе. Хотя нет, сталкер, смотри-ка. Но, видимо, он в вертушке вообще-то ныкался, кстати. Вон еще сталкеры двигают. А это реально сталкеры, кстати. И тут даже трупешники. Какого черта? Мужик, а куда ты смотрел-то все это время, а? Просто скажи мне. Так, тут что-то у него было, кстати, но я не понял, куда сейчас этот сталкер смотрел вообще. На кого, главное, ты смотрел? Да. Не, мне придется, походу, переиграть, потому что нет у него ни бинтов, ничего. Ну, твою мать, ну вот какого черта, почему? На меня, не на сталкеров, я не понимаю. Тоже вот обычный сталкер вот тут проходил у меня. Почему он не у меня загрелся, я не понимаю. Надо вот ему именно на меня глаз положить свой. Вот к вам пошел, кстати. Это чели. А, в принципе, в трупах ничего особо интересного не было. Сейвиться все равно не могу. Ну а где эта тварь? Походу, где-то вот на элеваторе. Если на элеваторе, то где конкретней? Вот так вот уже лучше. Он со скинул, падла такая. Мне такое не нравится, кстати, когда... Вот ты серьезно? Нет, я буду отгружаться, потому что нет у меня аптечек. Так, а сейчас-то все, да, на этом? Отлично. Всех завалили. Так, давай-ка ты мне тогда свой дробовичок и сживать на дроби. О, я аптечку нашел. А, она еще не будет. Такое вообще возможно? Не будет что на аптечке в трупе, жесть. Мужик, да ты золото-то мое прям, а? Не, ну хорошо, конечно, спасибо тебе за это. Аптечка. Причем еще ни одно использование, жесть. Мужик, ты чего объелся-то сегодня? Аптечку выдал. Еще если бинты выдали бы, мне было вообще идеально, ну ладно, это я уже, конечно, наглею, типа того, да? А у тебя что, колбаса? Зараженная, нет, зараженная. Нет, зараженную брать не буду. А у этого типа дробь была, кстати. Тоже пойдет. Так, сейвиться могу. Пестик, керстим, пестик, млад. Давай-ка вот так сейчас сделаем. Дальше это что такое? Разрядим, пожалуй, сейчас магазин и три вещи сейчас повыкладываем, потому что от них толку нету. Хлебушек тоже выкладывай. Так, а где же... Понятно. Что-то куда-то он убегает, видишь, от меня. А вторая наша цель находится... Ну, хорошо, ладно. Потому что ферма, по-моему, довольно-таки опасная территория. Намного опаснее, чем... Нет, ферма имеется в виду вот это вот. Вот это вот. Чем вот это. А, у меня, кстати, кровотечение почему-то. Попал как-то по мне, видимо, вскользь. Нет, я не буду аптечку использовать, потому что, ну, тут такое кровотечение, что я не знаю, но... Ну, окей, добежим до свалки, примем себе, конечно же... Примем меры предосторожности, типа, да? Нет, ну... Просто вот хорошо получилось, очень хорошо. Я не видел их просто. Лишний вес, я не думаю, то, что мне пригодится, поэтому к черту его, короче. Пусть даже и очень маленький лишний вес. Мне вообще порой кажется, что лучше брать дробовик, нежели чем калашник. Наверное, так оно и есть. Опа. Так, давай-ка вот сюда. Не время летопись, торчит. Да я понимаю, что... Ну какая же аномалия-то? Ну что ж такое-то? Господи, что за день в 5 в 9 сегодня, что ли, а? Что-то вообще прям как-то мне не нравится, как серия начинается. Что-то прям аномалии военные... Ой, тьфу ты. И бандитов до херичи каких-то мегаточных, а? Я, конечно, варю, просто понимаешь, надо же играть в эту варю каждый день. Я как додик, доджи ее. Так, тихо. Есть шанс хороший, кстати, довольно-таки. Отлично. Так, репутация улучшится вообще хорошо. Это вообще здорово. Сейвиться нам игра запрещает пока что, но это не сильно и важно. Вот тут сейчас это должна быть дрюка картонная, но... Его почему-то нету.
Так, вижу. Ну как так-то? А еще один где? Не, ну они, конечно, вообще пробивают очень плохо, но... По-моему, еще должен быть челик, нет? Их же три было всего. Да, вон там, он издалека где-то стреляет мне. Дурилка, так, а че поранил-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну че, опять перезагружаться, что ли, из этого додика, а? Не хочется мне этого делать, если честно, но ладно. Хер с ним. Че там экаешь, скотина? А где же он? По кому? А, найс, пули регенешь, конечно. Что с тобой? А, и резко внимание мое приключает, представляешь? Нормально. Так, это кто у нас? Сталкер, походу, все время тут был, а? Так, нам срочно нужно что-то сделать. Нашли у него, конечно, калашников. Патрончики, это хорошо. Но, мужики, если вы мне вдруг... Собрать финиш. А, еще плюс квест для долговца? Подожди-ка, какие шевроны? На шивке бандитов, походу, нужно было искать. Здесь, походу, уже не обойтись без аптечки. И, кстати, если что, какая-то рука там у нас левая. Левой руке давай. И если что, друзья, на улице у меня плюс 32. И снимать видосы в подобных условиях, вы сами понимаете, не очень комфортно. Так что, если за окном вы слышите какие-то резко звуки голосов детских, возможно, представьте, что это просто атмосфера такая, да, в сталкере. В общем, я думаю, вы меня поняли. И не обижайтесь на то, что иногда услышите не очень ясные и понятные звуки. Так, нашли еще какие-то стволы здесь, так это будет что нам не пригодится, пригодится. Ну слушай, в принципе неплохо, я считаю. Так, это что? Могу ли я как-то... Давай сейчас заряжаем, короче, свой АКшник, и после чего двигаемся дальше. Ну хорошо, что мы так удачно данный квест выполнили, я считаю. Так, перезаряжаемся давай-ка, и что будем делать дальше? Нужно подумать, блин, меня, конечно, кровотечение мучает, но там вообще он какой-то скотина шляется. Так, что по квестам? Ага. Ну, Поль, ну куда ты лезешь-то, объясни мне, а? Вот тебе надо, я думаю, то, что не надо. Если надо сильно, я тебя убью, конечно, но... Ну, настолько сильно надо, что тебе это. Объясни логику свою, я не понимаю. Он там опять стреляется, но я вот с ними стреляться, пацаны, реально, вот какой мне от них смысл стреляться? Нет этого смысла, опять же таки. И у меня слишком плохой ножик. Такой себе. О, ты чё? Напялил на себя додик. Так, ладно, пошли отсюда, короче. А, и кстати, у меня есть, в принципе, энергетика, я так полагаю, то, что можешь его пронять, почему нет? Он сейчас нас забафает по всем параметрам, это считаю. Ну, как по всем? Выносливость неплохо так у меня возросла, сейчас прям полетел, полетел наш главный герой. Но пить мы хотим по-прежнему, кстати, на удивление. Так. Насчет, кстати, задачи нашей, вот, там челик, сейчас мы его убьем, и там около него мы уже где-нибудь и увидимся с вами. Вон там какой-то негодяй пытается меня морально, и, видимо, не очень морально задеть. Вот как только я... Нет, я не хочу, боже, но... Как-то до боли много развелось бандитов нынче, заметил? Так, вон идет... Скотина какая-то. Ай-яй-яй-яй, у меня нет прицела. Да что ж такое-то? Откуда вообще вы взялись-то, слышите? Так, с дерева быстренько бежим. Хотя, вряд ли я, конечно, успею сейчас по мне шмальнут. А нет, успел. Так, ну что, давай сейчас будем тогда как-то с ними еще сражаться. Блин, ну от него делать-то, конечно, нечего, да? Нас шатает жесть. Да что ж ты такой еще, сука, живучий-то, как не знаю что, а? Да заклинило, ну, а. Айда, родной, айда. Благо, ты меня сейчас сам будешь пушить, на самом деле, тоже хорошо. Хотя дроби у меня не так, чтобы и много. Так, ладно, давай-ка калашников сейчас наш раз перезаряжаем, да? Они уже очень близко, то думаю, можно уже дробь применить. Боже, но... Ну, вот что такое? Завалил, хорошо. А второй где? Чел, вы где приперся, а толку от тебя? Как от козла молока. Че произошло? Это, как сейчас так вышло? МПшка у него, конечно, была ржавая, но забрать, думаю, смысл есть. Так, ну ты что-то убирать мне с первого раза ничего. И че у тебя? Ножик? Ножик заберу твой. Ножик у тебя явно какой-то необычный. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот опять же, вот сейчас, конечно, мой косяк. Да, вот эти все советы вы писали мне, но... Я же благополучно могу все забыть. Да, ладно, все. Несемся. Ну, конечно же, все до собака. Ну, конечно же. Когда же еще, как не сейчас-то, а? Ну, когда же еще-то? Ну, когда? Когда мне херово и так без тебя живется, то есть... Тут надо вылететь откуда, не пойми просто, а? И у нас почему-то очень все плохо с ХП. Нет, я предполагаю, конечно, почему. Но что-то все настолько плохо, что это жесть. А что, мне даже вылечить тебя нечем? Мне очень не нравится. Ладно, хорошо, я сейчас тогда без перерыва побегу сейчас вот сюда. Ай, господи, мы домали, угодь. Сергеич, выше справа! Ниже, ниже давай! Что это? Что это вдруг так? Ты что так... Он в аномалию попал? Погоди-ка, а черный ящик типа того? Не, нету. Я не вижу, к сожалению. Ха, ладно. Так, ну, я не знаю, конечно, шанс есть того, что он там как-нибудь сам подохнет. Ну, конечно, как-то вот так попытаться тебя выцелить. Но это тот самый чел, кстати, 100% это он. Но у него... Явно шансов попасть во мне намного меньше, чем у меня, понятно.
Не, я добить не могу, представляешь? А, почему он так очень быстро тратится, кстати, наш этот самый ствол? Так, уйди-ка. Ну это явно он, да. Я думаю, то сейчас я уже пойду его добью. Че, радиация сильно, что ли, попёрла или че? А между ними тропы его, подожди, а где же он? Че, продал его, что ли? А, нет, вот он. Ну ладно, еще водички попьем, думаю. О, два. Два это много. Так, падла. Че ты там урчишь, скотина? А? Что? Сука, что? Откуда ты взялся сейчас? Что за бред такой? Ой, господи, ну вот просто что за ужас? Откуда там епи сейчас взялся? Я не знаю, серия какая-то, я не знаю, просто отвык от этой арии, что ли? Я понять не могу, ни черта. Так, а вертушка сейчас сопьется, интересно, нет? Почему я опять не сохранялся, боже? Ну-ка, что сейчас с тобой случится, мне интересно, на этот раз? Как ты вообще в аномалию так уходил-то? Ну-ка. Твою мать, а ну вот и вертушка не сбилась, ну конечно. Я начинаю гореть, гореть, ствол мод начинаю. Вот по какого хер, что у меня вертушка не сбилась, да? Все, иди нахер, короче, сука, собака ты сраная, сутулая, блядь. Вот какой там непись, откуда он там высорся? Или это он как-то воскрес, не знаю, там, если... у него биполярка, он меня там второго лица как-то убил. Я говорю, я начинаю греть, не знаю, просто с пустяков, конечно, кто-то скажет, но я не понимаю просто иногда некоторых вещей. Попей воду, короче, не знаю, радиация не было, радиация. Все, давай, давай, дядька, бегом сейчас до этого, до медика, и там уже посмотрим. Здесь не будет никаких ни мутантов, ни в этих, ни бандитов, никого. Очередной обморок. И когда же я сдохну, мне интересно уже знать, а? Выжил! Ха. Ну, наш главный герой крепкий, мне кажется, что на третий обморок он уже не выживет нихера. О, конечно же, у тебя будут проблемы с едой сейчас. Это же канон, по-моему, нет. Хлеб, давай сейчас поедим тогда. Но пить мы хотим сильно. Ну ладно, сильно он пить хочет. Поешь, сейчас подкрепись, не знаю, как-нибудь. Немного осталось, жесть. Просто дефолтная серия по Эри превращается в какое-то страдание иногда даже, мне кажется, а? Ладно, в принципе, эту воду мы нашли, знаешь, типа в тайнике, как бы, ну, могли не находить. Как прошло, так и ушло, опять же, как я и сказал. Но нам очень плохо. Нам ужасно плохо. И мне кажется, что рано или поздно все равно я помру. У меня водичка остается последней, но я не думаю, то, что я буду сейчас использовать. В принципе, зеленый индикатор, это нормально. Так, бегом. Бегом. И у меня еще есть, конечно, идея заглянуть как-то на Агропром. А, доставка. И в принципе, ну, опять же таки, сейчас нужно просто наше здоровье подправить и после этого идти. Ясно, что не сейчас. У меня покусил мочок, кстати. 32. Нормально, было 33, когда мы его нашли. Сука, собака с... А, она мертвая, ладно, спасибо. Я надеюсь, что тут херня отчинится 1002. Если нет, то я не знаю, это тильт какой-то. О, да, здесь уже и мухи начинают летать. Я еще сохраниться не могу почему-то. А тут кто-то планирует появиться сейчас, что ли, или что? Вроде как никого тут и нет. В принципе, хотя, скорее всего, вот этой сраной базе сейчас просто кто-то будет, мне кажется. Да ну его нахер этот мод, господи, я тебя сейчас вообще... Я не знаю, это просто... Ай, господи, я не хочу в это играть, ребят, я не хочу в это играть. Боже мой, это просто... Это чё за жесть? Пиздец. Я не знаю, это просто трэш какой-то. Я не хочу в это играть. Это вообще мне этот мод, я не знаю, мне все. Это жесть, это просто жесть какая-то. Я вырубился опять, спасибо. Когда ж ты умрешь уже? Это уже до ночи спишь, падла. Нет, он не хочет умирать, кстати. Вообще не хочет умирать. Прям борется за свою жизнь, не знаю кто. Но это вообще, я не знаю, это забей. Я сейчас так обкекался, вы не представляете, насколько сильно я испугался. Ставь плюс, чат, я тоже испугался, и нам нехорошо. Потому что мы хотим пить, есть и вообще все подряд. И удивительно то, что до этого момента нас никто ничего не съел. Вот это тоже очень странно. Сейчас забей, я так... Но она тут есть, да. Надо как-то дождаться, попытаться, короче, и убить. Ай, господи, я дожил, я выжил. Так, чипсы получены, лосось, конечно же, получен у него. Жик. А работенка имеется какая-нибудь, нет? А, курьер, новичок горбун. На янтарь доставить, 4000, нет, на янтарь я не смогу, так что извини. Пусти меня хотя бы, дядька. Еще тут сидите все, кстати, тоже очень странно. Господи, я выжил, представляешь, я выжил. Так, хвостики, ладно, пока по времени. Дальше, что тут можно у тебя купить, я даже не знаю, если честно. Пивандрий, но есть там и смысл. Это падло до сих пор спит. У тебя что-нибудь имеется? Люблю же горб, 8000 стоит, спасибо. Пацаны, ни у кого воды не будет, нет? Че, вообще туго, что ли, по поводу воды? У тебя же продавалась вода в большом количестве, что-то хера не понял. Не, ну пивас, конечно, есть у него, но мне что-то не нравится такое. А, вот фляга с очищенной водой, все отлично. Тогда можем это продать, думаю, потому что мне это не пригодится. Кильза, хвостики, ладно, хер с ним, продаем. Покупаем себе вот это вот. Еда, в принципе, у меня тоже присутствует. Хорошо, так, погоди-ка, я вообще-то еще хочу аптечки купить, у меня как бы все вообще нехорошо. Господи, а почему ты спишь-то, сука, вечно? Пацаны, аптечка будет, нету кого-то, почему это падал спит? Скажи мне, что мне с тобой сделать, что ты проснулся? Что вообще мертвый? Не, вроде же. Ой, дышит. Ай, господи. Так, а вы что тут стоите, мужики? Торговля. Так, это что? Возрождение. Ёб твою мать. Водка не нужна мне.
Я, знаешь, что купил бы у тебя? Пси-блокады не надо? Нет, наркоманы херва, у них одни наркотики у них тут, а? Жесть. А у них вообще даже нету места для сна. Пипец, что вообще не так с этим миром, а? Это что такое? Пустая сумка от палатки. Че, военный рюкзак? Нахера? Зачем? Че, зачем? Дротик плохий, нахера тебе дротик плохой? Мужик, ты имей совесть, а, ну ты, я не знаю, у меня нету спального мешка даже. Как мне сейчас жить-то, я не понимаю. Работенка есть? Ствол потерял. Так, тоз найти, да иди нахер с этим тозом. А как поспать-то здесь, я даже не знаю. А, мясо мутантов, мясо кабана, нет, еще работа, мясо кабана. Мужик, ты меня вообще максимально обижаешь, можно сказать, потому что я надеялся, то, что ты нормальный чел. Ну, куплю, конечно, тебя консерву, но ты нормальный чел. Мне так позже ночью через свалку идти. Пипец какой-то, это что-то новенькое, да? Интересно, сколько раз еще в обморок упаду, пока иду? Ладно, пошли, короче. Жаркий, блять, уснул. Нормально ты живется, да? Жаркий спать. Вот, на удивление, я потратил, в принципе, так много минут. Минут, наверное, 8 или 10 на вот эту вот пробежку. Где вот эту вот? И как бы нормально. И тут даже какой-то непись стоит. Типа крутой, типа, сука, полезный, ёб твою мать. Водька сраная, а? Работа. Стоянку бандитов зачистили. Так, в принципе, хорошо. Это что такое у тебя? С очищенной водой. Лично заберу у тебя колбаса копченая. Но у меня, в принципе, жрачка есть, поэтому не проблема. Вот водичку я у тебя, пожалуй, возьму. Так, а бандиты вот здесь. Ну это мужик, давай как-нибудь попозже это сделаю. Сколько тут мне надо выполнения? Сутки? Я успею сделать, думаю, за сутки. В бар пошли, все, устал я здесь уже, сука, тусоваться. Это свалки, я не знаю. Серия опять просто. Не, на самом деле сейчас будет самый приятный момент серии, когда мы получим награду. Это прям вообще, муа, люблю такие моменты. Мы отправляемся на дно, это мой...